Только что мы завершили нашу одну хирургическую манипуляцию. Манипуляция у нас проходила под наркозом. В нашу клинику обратился Дима. Ему 13 лет, и он был к нам направлен из другой клиники. Что мы сделали? Диме мы удалили 4 зачатка зуба мудрости. Несмотря на то, что Диме всего 13 лет, уже врач-ортодонт направил к нам его для удаления зубов мудрости. Мы приняли решение проводить манипуляцию в наркозе для того, чтобы минимализировать травму и ускорить саму манипуляцию. И еще один из больших плюсов – это то, что период восстановления будет намного проще, если бы мы удаляли зубы в сознании. На снимке мы видим вот эти вот, так скажем, белые зубы, которые здесь есть, и они еще не прорезались. Это как раз те зубы мудрости, которые у нас были. Также у Димы есть зуб, который не прорезался, и план врача-ортодонта состоит в том, чтобы удалить зубы мудрости и создать пространство для всех зубов, чтобы их вернуть в правильные позиции. И создать место для того зуба, который у нас еще не прорезался. Хирургический этап у нас уже прошел. Дима сейчас просыпается. Чуть позже мы с вами поговорим вместе с Димой. А так у нас все по плану прошло. Ждем периода восстановления. И дальше я уже передаю Диму врачу-ортодонту для продолжения лечения.